Друзья, сейчас многие швейцарские и вообще европейские блогеры, не русскоязычные, задаются вопросом о поведении Владимира Зеленского, почему на саммите в Швейцарии он так часто шмыгает носом. Блогеры посчитали, что за несколько минут его пребывания на сцене он просто несколько десятков раз шмыгал носом. Вы это можете сейчас себе, так сказать, тоже запомнить и тоже одновременно со мной посчитать. Но я в интернете специально сделал такой запрос: почему человек шмыгает носом? И вот что выдает мне поисковая система сразу же. Почему, сами знаете кто, шмыгают носом? Эффективная помощь в клинике Новотера. Нарушается носовое дыхание, поэтому зависимый вынужден постоянно шмыгать носом. Еще одним запрещенным веществом, крайне негативно воздействующим на слизистую носоглотку, становится употребляемый через дыхательные пути амфетамины. Вот. Говорю специально, чтобы ничего не заблокировали. В общем, также относятся и другие виды запрещенных веществ. И вот другая тоже сразу статья, как распознать зависимого, так сказать, да, признаки употребления. Почему они шмыгают носом, у них пропадают вены, краснеют глаза, начинает чесаться тело. Друзья, поделитесь этим видео, нажав на вот эту стрелочку, удержите ее на одну секундочку, выйдут три человека, которые за вами следят, и именно им вы можете отослать и поделиться этим видео. Но с другой стороны, мы с вами ничего не знаем, мы с вами не можем обвинять человека. И вот Яндекс также выдает еще одни признаки, почему человек шмыгает носом. Очень интересно мне показалось. Этот жест вызван тем, что в мозгу появляется желание скрыться от обмана, подозрения или лжи, с которыми он сталкивается, или желание избежать взгляда в глаза человеку, которому он говорит неправду. Вот напишите теперь в комментарии, как вы думаете, какой из признаков больше всего подходит к Владимиру Зеленскому, когда он находился на саммите в Швейцарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Музыке, переходите по ссылочке и слушайте там мою песню «Дикая». А ты такая дикая, самая.